кто ты, чем занимаешься. Меня зовут Арген, я блогер. Сейчас у тебя более 20 миллионов подписчиков на ТикТоке. Не занимайтесь этим, да? Ты смог снять коллаборацию вместе с ютубером. Мистер Бист, come to Kyrgyzstan. Как часто у тебя происходит выгорание? Мне просто плакать хотелось. Я плакал. Так и закончилась история Сигмы. Я благодарен, рад, но вот. Сколько ты зарабатываешь? Всем салам, друзья, это Lights подкаст, с вами Нурлан Мирзаматов, и сегодня у нас в гостях человек, в принципе, из-за которого у нас этот проект и появился, потому что наш креативный продюсер, который протолкнул эту идею и инициировал эту идею, из-за чего мы и начинали подкаст, хотел очень сильно увидеть у нас в гостях этого человека. С нами Сигма, Арген. Welcome. С Аргеном мы, в принципе, уже работали. Мы с ним знакомы, успели поработать 2 года назад на TikTok House. Об этом мы еще поговорим. Но для тех зрителей, которые тебя, может быть, не знают, возможно, если такие есть, может, ты расскажешь о себе, откуда родом, кто ты, чем занимаешься. Меня зовут Арген, мне 21 год, живу в городе Токмок. И я блогер. Классно. Я бы сказал еще шире. Ты креатор. Ты создатель концепций, образов, контента. И еще, наверное, много чего в будущем будешь. Иншалла. Еще есть расширение. Где родился? Сколько у вас семьи? Родился в Красноярске. Красноярский край. А, да. В России? Да. Там жили где-то 3-4 года. Ну, я жил, а родители... побольше. И переехали в Бишкек, 6-й микрорайон. Там до 1-го класса был, и переехали в Токмок. Оттуда еще раз в Токмоке опять же переехали. И так сейчас там живу. С Токмока на Токмок переехали? Да, там с другого района на другой. Классно. Я не знал, что ты в России родился. Интересно. Значит, родители там жили и... Они работали, у них был швейный цех, они там шапки делали. Вот так работали. Классно, классно. Я вначале рассказал, как мы уже успели поработать. Ну, на тот момент, когда мы с тобой познакомились, у тебя уже было 1 000 000 подписчиков. Да. Уже было 1 000 000 подписчиков, ты уже тогда создал какую-то концепцию, там с волком связано, да? Да, про... волка. Про волка. Пока, да, не надо вспоминать это. Пускай оно забудется. Да, эту концепцию я помню, она интересная. По-своему тоже авторская, как бы. Хоть и под приложением, но не суть. Сейчас у тебя, как я знаю, более 20 миллионов подписчиков на ТикТоке, больше 9, почти что 9 миллионов подписчиков на Ютубе, и вот-вот 2 миллиона подписчиков на Инстаграме. Да. Как ты, бро? Чё? Да. Ну, нормально, классно. Как ощущения? Если честно, такие же. Да? Да. Все такое же? Да, все такое же. У меня... Я когда вначале начинал, мне понравилось снимать, я цель себе поставил, там, 10 тысяч подписчиков. Я думал, вот наберу, вот все классно будет. Там набрал, и опять... что-то не то. 100 тысяч захотел. 100 тысяч набрал. 1 000 000 захотел. Вот 1 000 000 набрал, думал, вот 10 миллионов будет точно все. Но оказалось, нет там. По-любому, это счастье не приносит. Приносит счастье процесс. Вот то, что ты снимаешь, вот это все. А вот когда вот получаешь это, как-то вот не приносит почему-то. Ну, я благодарен, рад, но вот. То есть... сам основной ты наслаждаешься процессом. От процесса, от самих видео, идей, вот от этого. От съемок, да. От участия. А как это происходит? Как вот идеи у тебя зарождаются? Из жизни, в ТикТоке у других смотрю, тоже выходит. Или вообще музыку слушаю, и в голове картина появляется. Ну, по-разному. Такой самый явный выстрел у тебя получился с образом Сигмы. Как я знаю, по другим интервью, по статьям,
этот образ у тебя зародился на основе персонажа из фильма «Американский психопат». Патрик Бейтман, да? Да, если не ошибаюсь. Кристиан Бейл его играет. Но свой первый миллион подписчиков ты получил за счет других образов. Да. Это вот, опять же, волк, то, что ты до Сигмы зарождал. Можно будет перечислить, какие образы до Сигмы были и как это все происходило? Если их перечислять, их много, очень много трендов, образов. Самый первый — это рубрика страх, это печаль, это вот такие видео были. Это я у блогера Алекс Лон взял. А потом там уровни родителей, там вот это все, уровни мамы, там ситуация какая-то. Допустим, вечером ребенок не спит, и мама ее палит, да? Вот уровень, легкий уровень, он там просто не отреагирует. А средний уровень там ударит или еще что-то. А сложный уровень, он уже там скример, или, ну, как это уже креатив, так скажем. Вот. Дальше там волк идет. Ну, много трендов. Там есть с пакетом. Ага. Есть. Что еще было? А, с розой вот недавно. Видели? С розой, да. Это вот твой новый образ. К этому образу мы сейчас придем. Кстати. Сейчас же очень сложно прям что-то совершенно новое. И изначально так и не было, наверное. Все появляется на основе каких-то образов, которые у нас уже заложены. Придумать что-то новое без отсылки к чему-либо невозможно, да? И креатив в этом и происходит, когда ты сочетаешь, не копируешь одного, это, грубо говоря, тупо копирование, а ты когда берешь как минимум от 10, смешиваешь и выдаешь что-то новое. Вот это, наверное, креатив, да? Да. Ну, еще я думаю, что все уже как-то придумано. Ну, из этого, да, лепить что-то. И брать и стараться не полностью копировать, а что-то свое тоже добавлять. Да. Вот. То есть что-то свое авторское. И обязательно отмечать его. У кого берешь, да, если? Да. Вот при создании образа Сигмы. Там вот классный такой инструмент, то, что ты используешь такой мировой язык. Язык мимики. Он позволяет тебе охватить широкую аудиторию, больше охват. И при создании этого образа ты с пониманием этих инструментов создавал? Или да, я как понимал. Это было? Я очень много анализировал раньше, как вот, почему у людей так много подписчиков, да? И пришел к выводу, что их все понимают. Ну вот если... Ну, как сказать? Да, это язык мимики. У Беллы Порч там, я не помню, у нее там губы, да, были? И выражение лица. Да-да-да, вот это было. У Хаби Лейма там вот это. И там у некоторых блогеров тоже я видел. Ну, в общем, ответ была мимика. И вот я тоже искал, можно сказать, так. Но в этот момент она внезапно пришла, я об этом не думал вообще. Но... получилось так, что с помощью мимики тоже стал популярным, так скажем. Это, наверное, основной даже инструмент, да? Был? Я думаю, да, потому что все это понимают. Ну, я на английском даже, если снимать, так не получится, наверное. Короче, эту мимику на английском по-другому делается, так же не скажут то же самое. Мимику могут понять все. Кыргыз, русский, африканец, там, кто угодно. Вот. Классно, классно. В принципе, и, наверное, причина успеха у Хаби Лейм то же самое, у Беллы Порч то же самое. Да, они взяли да. один инструмент, то есть одну мимику или там комбинацию мимик, и начали их адаптировать под разные ситуации. Но в случае с Беллой Порч там... Там ситуации нет, там просто мимика. Ага. А у Хаби Лейма там есть. У него упрощение сложных лайфхаков.
А у меня, если взять, что означает моя мимика, это одобрение. Вот происходит ситуация, я такой, молодец, типа, красава. Классно, смотри, мы сейчас посыл узнали. То есть хабилем обычно упрощает сложные вещи да, для типа, зрителей, смотри, для всех. Это же легко. А ты продвигаешь восхищение, одобрение правильных поступков. Да, да. Ну, или там, как сказать? Интересных поступков. Поступки Сигмы, да? А есть какие-то критерии? Я знаю, у нас здесь прописаны моменты, как характеризуется Сигма, а ты как воспринимаешь вот, образ Сигмы? Ну, для меня он одобряет? Это человек, который вот саморазвивается в одиночку. Вот. Человек-одиночка, который саморазвивается. Саморазвивается. Да. Для меня вот, это так. Тренируется там, читает. Вот, все. Возможно, этот вопрос спрашивали, но мне интересно, и думаю, для наших зрителей тоже будет как-то вот любопытно узнать про твою семью. Угу. Сколько у вас в семье? Какие отношения? Хорошие. Расскажи о семье. А? Расскажи о семье. Папу Аскар зовут, маму Нургуль, сестре 25 лет, Адинай зовут, и две сестренки есть, Элина и Аяна. Я единственный мальчик, получается. Вот. Средний ребенок, да. А какую сестренку снимаешь? Самую младшую ее Элина зовут. Она прям на меня похожа. И у нее тоже, кстати, получается. Да, я видел. Многие, наверное, видели. Наши зрители. С ней снимал. Сейчас пока нет. А как изначально родители относились к твоему увлечению? Для меня это было делом, любимым делом, так скажем. И поэтому я рекламу вот эту себе не делал. И для родителей это выглядело так, что я просто снимаю и ничего не делаю. Не работаю. Я еще и не учусь. Я бросил учебу. Можно сказать, сюда полностью. На гирпкеткам, да? Сфокусировался полностью. Да, фокус. И еще я поздно ложусь спать и просыпаюсь там в обед. Ну, это кошмар же, да? Ну, если так со стороны посмотреть. Элдин балдары андай эмес, да? Да. Но на самом деле я чего-то вот добивался. Вот. Вначале относились плохо. Ой, говорили, типа, иди работай, все такое. А сейчас уже нет, все хорошо сейчас. А сейчас тебе сколько лет? 21. 21. А когда начинал, когда вот сфокусированно этим начал заниматься? 18-19, ну, 19 лет. Получается, в 20-м, 19-м году? Нет, нет, в 21-м году, это 2 года назад, 19 лет. 19 лет. Да. Начал прям целеустремленно, сфокусированно. А, не, вообще я начал в 17 лет, потому что, ну, не сразу блогером стал, я там бросил колледж, и вот такие движения вот это все начал делать. Творческие? Или какие движения? Бизнес, все это. Там даже ставки на спорт и бинарные опционы, вот это все было. Да ну, да. Расскажи, какие бизнесы у тебя были, интересно? Ну, в общем, в 9 классе я решил уйти, понял, что, ну, смысла нету. А в этом моменте вот у многих смысла пацанов, нету доучиваться. Да. У многих пацанов появляется желание вот, заработать деньги, вот, родителям помочь. Вот. Я в колледж поступил на программиста, потому что это была самая высокая зарплата в Кыргызстане. Там я забил просто в Google. Самая высокая зарплата в Кыргызстане, там вышла зарплата программиста 115 тысяч сомов вроде бы. Вот и учусь, но мне вообще не понравилось. Там через полгода уже понял, что не мое. Вот. Айтишниками я не буду, сказал. Да. И в это же время начал искать что-то. Работал этим. Листовки раздают же. Как их называют? Промоутер, да. Промоутеры, продавцы. Да. Вот, промоутером.
И эти деньги, которые там заработал, кстати, чуть нечестным образом заработал, потому что я многие листовки выкидывал, да. Андай, ахча джукпайт деген сөз бар го. Те деньги, которые ты заработал нелегальным, нечестным способом, эти деньги джукпайт деген, да, тоже. Ну, как бы, не остаются, не... В общем, вот джукпайт... Не приумножаются, короче, да. Они... И эти деньги я инвестировал в бинарные опционы и ставки на спорт. Ага. Это для меня было большим уроком. Я вынес оттуда вот очень ценный опыт, что вот без знаний, без чего-то деньги не можешь заработать. Он просто так из воздуха не появляются деньги. Вот такой опыт я вынес. По-любому надо что-то знать или что-то делать. А вот так, просто так, там, вверх-вниз или еще что-то поставил туда, так не заработаешь. Вот. Ты ставки, значит, какие-то делал, да? Да. Прогорел, получается? Да, я все деньги, ну, там, 15 тысяч сомов заработал. Ну, 30, да, условно. Вот эти все деньги потерял, да. Ты, работая промоутом, собрал в течение скольки месяцев? 3 месяца? Да, примерно. 3-4 месяца, 15 тысяч сом, 30 тысяч сом? Да. И все потратил на ставках? Молодец. Ну, поэтому не занимайтесь этим. Сигма советует, не занимайтесь этим. Потом я взял кредит на 100 тысяч сомов. Ну, в таком возрасте это довольно большая сумма, и я его не мог год оплатить. Я взял его для того, чтобы товары купить, ну, там, с Алиэкспресс. Телефон вот это все перепродать. Ну, тоже не получилось. Вам через год, да, эптеп-септеп отдал. Это был уже второй твой стартап. Да. И третий стартап, он сработал. Это были, у меня они до сих пор стоят, вендинговые аппараты, вот, которые жвачки, там, мячики продают. Ага. В Токмаке их 3 штуки. Раньше у меня 10 было, но я все продал. Ага. Просто не успеваю. Сейчас 3 основные оставил. Вот сейчас они там прибыль, среднюю зарплату приносят. А, да ну, это твои активы, получается? Да, это пассивный доход, да, активы. Вот это был мой первый успех. Вот, и после этого это, получается, и после этого я бросил сразу же колледж. Когда поставил систему заработка пассивного дохода? Да. А то я не мог, блин, вот так бросить сразу. Там надо было хоть что-то. Это, получается, полтора года отучился и бросил. И после где-то через 3-4 месяца TikTok начал снимать. И понравилось, и дальше вот пошло, да. А когда ты начал TikTok снимать, я так понял, ты наслаждался этим, с одной стороны? Нет, я камер боялся очень. Я даже с семьей там в фотках не снимался, не хотел. И боялся, да, вот. И решил почему-то перебороть этот страх. И снял видео первое. Утром смотрю, там 750 просмотров. И для меня это очень большая цифра была. А еще там комментарии такие позитивные и лайки. Вот мне это понравилось. И само видео тоже понравилось. Потом я второй снял, третий снял. И, в общем, короче, понравилось. А дальше уже цели, вот это все пошло. Классно. Изначально цели не было. Была задача просто перебороть себя. Да, перебороть свой страх. Да. Ты пошел в TikTok для того, чтобы перебороть свой страх. Да. И в какой момент начали вот такие какие-то цели появляться? Первая моя цель была набрать 10 тысяч подписчиков. Там анимация другая же, там 10K становится. И вот я такой, вау, хочу этого. И это у меня не получалось на протяжении где-то 25 видео. Это очень много, по сути. А сейчас любой человек закинет, он мне просмотр, 10 тысяч просмотров там можно на первом быть. Видео можно сделать. А, мне это сложно удалось, там 25 видео. И потом первое видео залетело. 25 тысяч просмотров. Ой,
получается. На 26-м видео начал залетать. Да, да, да. Ой, не на 10, так, на 70 вроде бы. И вот тогда прям очень, вот, это как эндорфины, да? После такой победы. Гормоны счастья появились. Да. И решил 10 тысяч подписчиков набрать после этого. Так уже дальше пошло. Прям классно. Ты четко помнишь момент, как ты достиг своих 10 тысяч подписчиков и как это происходило. Ну, тогда ты собирался 10 тысяч просмотров набрать. А после этого ты смог снять коллаборацию вместе с ютубером. Он практически номер один ютубер вообще по всему миру. Да, да, да. Мистер Бист. И самым популярным тиктокером с Хабби Лэйм. Как это произошло? Так, вот Сигма залетала, и Мистер Бист, ну, точнее, его команда написала. Кстати, они написали, прилетаете в Америку. Потом... Так, минуточку. Мистер Бист сам написал? Ну, он сам же не пишет. Он, он это, с его аккаунта написали. Да, да. Вот. Прилетаю в Америку. Я такой, окей, да. Потом они WhatsApp скинули, там что-то, они юристов наняли и все такое. Ну, в общем, не получилось. Визу отказали. Да, ну, они все организовали, отправили пригласительные, да, всю аккомодацию оплатили, то есть взяли на себя, хотели пригласить. Да, но это, там сказали. Он кто-то посмотрел на меня, сказал, нет, да. Я такой, ладно. Консул. Да. Он сказал, зачем вам туда? Я сказал, вот для коллаборации. Там еще телефон, вот это все нельзя с собой брать. Да. Там доказательства тут все не смог показать. И он просто отказал, и все. Да ну. А ты сказал то, что сам Мистер Бист меня пригласил? Команда Мистер... Да, я сказал, для коллаборации. Блогер с Америки. У него там 120 вроде тогда было. Миллионов подписчиков. Миллионов подписчиков. Он меня приглашает. А у меня вот столько подписчиков, вот собираемся сделать коллаб. Вот так. Он что-то посидел, подумал и нет, отказал, и все. Обидно было, да? А потом все же сделали онлайн коллаб. Кстати, этот онлайн коллаб я видел. Онлайн коллаб с Мистер Бистом и также с Хабби Лэйм. Как дальше было? То есть с Мистер Бист вы сняли, и после этого Хабби Лэйм тоже написал? Нет, ему я сам написал. Ему сам написал, и мы сняли. Вот. Они там сами монтируют? То есть вы снимаете? Нет, смотрите. Но это все максимально просто. Просто в личку пишешь, go collab, он говорит, давай. Я ему скидываю то, что ему нужно снять. Он мне скидывает. Я монтирую, отправляю ему через файл. И мы закидываем, и все. Загружаешь ты, переписка. Он принимает соавторство. Или... Ну да, можно так сказать. Ну, в ТикТоке нет соавторства, там он чуть-чуть изменяет его, там инверсию делает, и потом закидывает. Одно и то же видео вы оба загружаете, только он чуть в другой версии, и ты чуть в другой версии. Понятно. Классно. Дальше идут вопросы от подписчиков в виде там перерыва, можно сказать, такие. Обнуление по-своему. Вопрос от подписчика Banksy68. Какие международные коллаборации еще планируете? Я планирую, но я не знаю, вроде нельзя же план говорить. Ну, то, что можно, то, что хочется рассказать. Ну, опять с Хабби Лэймом хочу в Европе. Вот. Уже физически вместе? Да-да-да, уже физически. То есть он приглашает и... А я просто к нему лечу, и все. У меня же менеджер в Европе. И он там, по сути, со всеми знаком. По идее, ты летишь к менеджеру или к Хабби? Он в Италии живет. Вот. Ну, просто нужно договориться с ним. Когда он там будет? Вот. Классно. А еще? Ну, пока это...
Вот. Хорошо. Дорогая Бэнкси 68 или это парень Бэнкс 68. То, что можно было сказать, он... и это уже классно. Еще один вопрос от Baby Boom. Сколько ты зарабатываешь? На жизнь хватает. Вопрос от Азамата Айтиева. Мистер Бист приедет в Кыргызстан? Я надеюсь, что да. А какие сейчас старания касательно этого идут? Какие-то... Это просто мем в ТикТоке. Все пишут, приедь в Кыргызстан, приедь в Кыргызстан. Но я ему хотел написать тоже, но это, мне кажется, не очень. Да? Но я ему в комментариях написал. Да? Да. На ТикТоке? Да. Он... Ну, если, не знаю, там бум будет еще, то возможно приедет. Если там очень много людей еще напишут, то возможно приедет. Потому что он такой, я уже понял его стратегию. Он там, где хайп, вот сюда идет. Именно в ТикТоке. Он какую-либо реакцию сделал? На вот этот бум, реакцию какую-нибудь сделал? Нет, нет, пока нет. Пока это маленький бум. Он всего лишь Кыргызстан. Там мало же людей. Нужно его не просто в Кыргызстан, а в Центральную Азию как-то позвать, да, и как бы объединиться еще большим странам. Да, вот. Там, если все комментарии будут, мистер Бист, приедешь в Кыргызстан, и там на английском, вот тогда, думаю, да, приедет. Как на английском? Мистер Бист, come to Kyrgyzstan, да? Правильно? Да. Мистер Бист, come to Kyrgyzstan, или мистер Бист, come to Central Asia. Мистер Бист... Come to Kyrgyzstan. Please. Еще один вопрос не от подписчика, а вот от члена нашей команды, оказывается, как я понял. Самое крупное рекламное предложение, от которого ты отказался? И было ли такое? Ну, мне... Я сам вообще не смотрел директ, этот, почту. Но мне сказали, что этот там Samsung предлагал где-то 30 тысяч. Вот. Uh-huh. А это кто? Администратор твоего аккаунта? Нет, там просто человек сказал. Uh-huh. Блогер. А предложил, получается, от имени Samsung, да? Да. Uh-huh. Ну, то, сказал точнее. Uh-huh. Вот. А почему отказался? Вот, просто так же. Как? Я пока рекламу не делал. Я только в Инстаграме недавно сделал одну только рекламу. Там понадобились деньги, а так не делаю. В Инстаграме целый рил сделал? Соавторство. Соавторство? Для организации? Да. А почему, в принципе, то, что все потребности, в принципе, у тебя закрываются, у тебя и, как бы нехватки такой нету, из-за этого какие-то принципы, чтобы не брать или... Из-за чего сейчас рекламу не делаешь? Ну, да, на хлеб хватает, но этот, как сказать, почему не делаю рекламу, потому что... А, сам не знаю. Принципы, да, принципы. Принципиально. А на масло хватает? На масло иногда хватает, да. Сигмами называют брутальных и универсальных себе и уверенных в себе мужчин. Угу. Они обычно легко контактируют с противоположным полом. Как у тебя с этим дела? Это первое. Угу. И еще и к дополнению, или ты в отношениях? Ну, скорее вообще... Скорее всего, посвящается нашим подписчикам, то есть подписчицам и зрителям женского пола. Ну... Никаких трудностей нет. Общаюсь, как обычно, как со всеми. Uh-huh. Вот. Ну, это... трудностей нет, да, все. И не в отношениях, оказывается, да? Не совсем. Молодец. Короче, у всех шанс есть. У всех... Мы как креаторы, я сам как творческий человек... прошел тоже через какой-то путь с креатора, созидателя, и был период выгорания. Mm-hmm. Как бы не только у креатора, но у всех бывает. Как часто у тебя происходит выгорание, и как ты из этого состояния выходишь? Так, происходит, когда вот
придумываю идеи, можно так сказать. Когда я нахожу контент, ну, допустим, с шариками, да, я всегда что-то свое добавляю, вот придумываю, только об этом думаю, да. И вот последний раз это было, точнее, в предпоследний, с Сигмой было. И вот тогда я просто свой мозг на все этот включил. Все время об этом думал, там, постоянно новое. А еще я сам не люблю повторяться, там, одно и то же снимать. По сути, если так сделать, то залетать будет, но мне это не нравится. Если посмотреть там видео, где я Sigma снимал, там постоянно вот что-то новое было. Вот. И после этого у меня просто в моменте ничего не было в голове. Вот так и закончился тренд. Так и закончилась история, путь Sigma? Да. Образа Sigma. Ну, по сути, он уже в конце не так много набирал. Ну, как не так много, но для того, чтобы набирать, там нужна идея хорошая. По сути, у тебя выгорание происходит, когда ты слишком долго остаешься в одном образе, правильно я понимаю? Ну, выгорание происходит из-за того, что не отдыхаешь же, по сути. Там много чего-то делаешь. Вот именно насчет идей. Я вот очень много делал, там месяц, по-моему, или полтора, вот так. Выпусков? Да, подряд, каждый день об этом думал. Там встаешь и сразу мысль это, типа, что я буду снимать, типа такого. И когда слишком долго этим занимаешься, происходит выгорание? Для меня так, да. А вечером такое засыпаю, тоже уснуть не могу, потому что идея там какая-то, придумываю. А когда придумываю, я опять уснуть не могу, потому что поскорее снять хочется. Вот так. Ты записываешь куда-то, когда вот идея приходит? По сути, я ее не забываю, но я записываю только раскадровку. Вот как именно буду снимать. Там первое — вот этот кадр, второе — этот кадр. Вот так. В принципе, если раскадровку прописываешь, тогда и идея где-то фиксируется. Да. Мы сейчас поняли, как ты входишь в выгорание, то есть как ты выгораешь, когда слишком много одним чем-то занимаешься, не получается отдохнуть, каждый раз производить. Допустим, с турниками то же самое. Когда много делаю, ну там мышцы же уже, как это называлось, забыл. Горят. Да, нет, они болят, в общем. Вот, и просто... Изнашиваешь, можно сказать. Не можешь дальше уже делать. Я думаю, просто нужно. Ну, это тоже опыт. Не так сильно спешить. Нужно и отдыхать тоже. Не спеша делать все. То есть из состояния выгорания ты выходишь именно путем отдыха? Нет, я говорю, что чтобы не выгореть, надо вот каждый день одно видео там. Или через день делать. Ну, отдыхать. Что-то делать. А я просто прям, да, крикетчем, да. Прям создал каждый день. Да, пытался... вот об этом полностью думал. Что-то новое придумал. В конце меня уже просто, не знаю, странное ощущение. И тошнило как-то, да. Вот. От контента? От придумывания? Да, наверное. А есть у тебя свои личные инструменты, как ты вот из такого состояния выходишь? Вот? А, вот как выходить? Так-с. Получается, вот это я ровно иду, и вот когда придумываю, вот так вот идет, и потом резко падаю. Ну, в этом моменте я просто ничего не делаю, отдыхаю, куда-то иду, в основном в этот, на природу выхожу. И дальше уже постепенно возвращаю этот темп. Вот. Опять в норму. И до тех пор, пока опять вот такое не будет. Пик. Пока опять не выгоришь, да? Да. Прикольно. Мне нравится самое. Я знаю, многие, все мы знаем, что ты религиозный человек. Ты ходишь в мечеть, читаешь намаз. Помогает ли вера в твоей деятельности? Я бы сказал, это самая основная, главная вещь. Потому что даже тренд с Sigma,
я благодаря этому нашел. Как? Это я был в отчаянном таком состоянии. У меня было 3 миллиона подписчиков. И я просто не знал, что дальше делать. Я ни рекламу, ничего не беру. А цель моя была 10 миллионов подписчиков. Я вот сколько стараюсь, сколько делаю, вот не мог, да, нормально, быстро, так скажем, достичь. Ну и в этом моменте тоже так пауза упала, да? И внутреннее состояние вот очень плохое было. Мне просто плакать хотелось. Я плакал, реально, да? Ну, грубо говоря, ты, оказывается, застрял на 3 миллионах, и дальше не шло. Да, но не совсем дело в подписчиках, а дело в самом во мне, в моем состоянии. И вот из этого состояния я вышел... ну, я был мусульманином, но ничего не делал, не практиковал. Я просто... Вот сердце у меня, можно сказать, это было. Дунья, да? И в этом моменте вот у меня только Аллах вот так вот стало. Сердце вот было всё. Пустым, а потом как так получается? Или... Нет, сердце было подписчики, лайки, деньги, вот это все. А вот это в моменте убрал, когда был отчаян. И только религия, только Аллах. И просто вот на душе спокойно стало. Мне было без разницы, сколько там просмотров, вообще все без разницы. Намаз там вовремя читаю, все. И через 2 месяца Сигмы появилась. Тогда я читал вроде двухкратный, да, намаз. И вот третий добавляю, там у меня вот столько просмотров. Четвертый добавляю, вот столько подписчиков. И пятый добавляю. Ну, короче, все вот так перпендикулярно, да? Параллельно пошло. Да-да-да. Чем больше намаза, тем больше просмотров, что ли? Ну, да, да. Типа, ну, блин, так получилось. Я вот правду говорю. Ага. Вот. Интересно. Как только, когда ты отпустил все? Да. Из сердца вот все вытащил, все убрал, все на место поставил. Там ролик есть, где мужик говорит. Вот так сердце взять и ставить там машину под жопой, жену рядом, деньги типа в карман, это сюда, то сюда. И только этот Аллах, любовь. В сердце. Да. Классно. Друзья. И тогда, типа, все ордена говорят, да, на место. Все встанет на свои места. Угу. Классно, друзья. Мы сейчас общаемся с человеком, который за месяц набрал 10 миллионов подписчиков. Практически вот так получилось, да? Я когда помню, это вот 22-й год, октябрь, было где-то 1-2-3 миллиона. И к ноябрю, к концу ноября, к декабрю больше, стало больше 12 миллионов, что ли, 13 миллионов. То есть за месяц 10 миллионов подписчиков. И это вот процесс, как это случилось. Да. Бро, научи меня образу Сигмы. Хотя бы одно выражение вместе сделаем. Давайте, да. Да. По-братски. А, типа сделать это? Да. Для начала губу как-то. Вот так вот. Да-да-да. По сути, кстати, это эмоция, да? Она... На скалах каких-то, вот лица. Оно там этот изображено. Я точно не знаю, но это вот древняя, по сути, эмоция. А, да? Да. Древнеиндийское или какое? Не, я не знаю, там лица из камней. Как сделать? Вот так поднять не можете, наверное. Можно вот так. Сейчас. Вот так? Да. Типа, молодец. Да-да-да-да-да, все классно, супер. Да? Получилось, что ли? Классно. А ты, ну-ка, ты второе выражение же есть, которое... Вот это, да? А я вот это попробую на обложку. У тебя же еще одно такое для своей команды придумал. А, да-да-да. Вот это как? Есть, классно. У меня еще
Вот это. Классно. Образ Сигмы мне очень сильно нравился. Я вот прям искал, да, можно сказать. Ну, точнее, хотел такое. Это же вообще супер. Альфа-самец, да. Такой накачанный. Вот. Но со временем я устал от этого образа. Мне просто вот не хотелось уже. Все там говорят. Нет, я вот, как сказать, люди просят сфоткаться. Сделай Сигму, сделай Сигму. А я отказываю. Ну, просто, точнее, отказываю тем, кто... Просто есть люди, которые просят... Слишком нагло, слишком напористо. Да, как будто я игрушка какая-то. Ну, там я кушаю, ем. Он просто так подходит и, в этот, и говорит, давай, сделай Сигму. Да, там ахчоткан. Это напрягает? Да, ну, в целом, блин, не отказываю. Это грубо прозвучало. Но если это системно повторяется отовсюду, ото всех. Да, просто сам не хочу уже. Я думал, что это, блин, что у меня такое чувство странное. Типа, я неблагодарен и все такое. Но на самом деле такая проблема есть, оказывается. Там у Шурика была такая проблема. Он просто ненавидел свою роль. Роль Шурика. Поле чудес. Там Леонид Аркадьевич, да? Якубович. Да-да-да. Вот он тоже свою роль ненавидит. Свой образ, да? Да, свой образ ненавидит. Вот. Я не то, чтобы ненавижу, но мне просто не нравится уже. Поэтому я сказал, все, уже не делаю. Вот мои когда... ролики сейчас тоже Сигмы нет. Нету? Да. На новых роликах нету, да? Да, нету. Вот когда перестал ты снимать с образом Сигмы, уже новые, в поисках новых концепций какие-то другие ролики начал снимать, там был чуть-чуть спад. Потому что я тоже наблюдал, думал, ну, надо было... Я, честно, я отношусь к той категории, которую думал, надеялся, что ты продолжишь с этой линии, но будешь ее апгрейдить. Там, под новые ситуации, под более масштабные ситуации, чтобы туда уже как-то вовлечь какую-то монетизацию или охват, или какое-то влияние, потому что обычно в концепциях как работает? Когда просто делают для миссии, немногие выдерживают этот натиск, вот это изменение, а когда делают ради все-таки охвата, то есть... Для популярности и денег они как-то что-то двигают, да? Я думал, честно, я, оказывается, вот полностью не изучил, но так как ты свою миссию рассказал, как ты наслаждаешься, я сейчас понял для себя. И надеялся, что с образом Сигмы что-то дальше будет. Когда ты отошел, мы подумали, большинство подумало, что вот этот момент ушел. Были, наверное, какие-то мысли, да, то, что вот момент ушел, кто-то, наверное, так мог подумать. Я, например, так подумал, блин, надо было продолжить, а теперь он другие ролики делает, они не залетают. И тут ты, короче, выдаешь новый образ, и новый образ тоже качает. Да-да-да. Это было приятное удивление. У меня и раньше тоже такое было. Но в более малых масштабах. Поэтому я не был до конца уверен, конечно, все по воле Всевышнего, может все произойти. Но буду стараться, стремиться к тому, чтобы и дальше новое залетало. То есть планы на первые 3 года, 5 лет, на 1 год. Дальше стараться создать новые образы? Актером хочу стать в будущем. В полнометражном кино? Ну, надо понимать, что TikTok — это платформа, ну... Есть более глобальные вещи, другие там, как минимум, о, нет, не как минимум, а этот, актерство, да. Вот. А где думаешь, где хочешь сниматься, в Кыргызстане, ну, может? В Голливуде, конечно, хочу. Классно. Но для этого нужно очень много работать. Ну, главное, ты заявил уже о себе? Ты показал то, что ты с лицом, с образом можешь создать разное. И цифровой след есть, и еще какой. И он не только на ТикТоке. Ты еще работаешь, кроме ТикТока, на YouTube Shorts, Instagram.
Ну, в основном короткие видео. Mm-hmm. Есть в планах какие-то другие концепции, масштабные? Длинные, да? Да. Я длинные снял недавно, длинное. Mm. Просто я только на русском же разговариваю, на английском не могу. Mm-hmm. Вот. А так в целом, ну, почему не снимаю? Потому что лень, да? Длинные видео снимать. У меня нету команды, по сути. Я один все монтирую, все снимаю. Mm-hmm. Вот. Как ты для себя вот так разделяешь эти платформы? Какая платформа самая значимая для тебя? Или... Это TikTok. А Instagram и YouTube я просто закидывал, по сути. Uh-huh. И там набралось как-то. Uh-huh. Я вообще там фокус ничего не делаю. Mm-hmm. То есть ты фокусируешься на TikTok, на TikTok-контенте, а на других платформах просто дублируешь этот контент? Да, и там просто набираются подписчики. Я скажу больше. На YouTube у тебя не просто набирается, у тебя там около 9 миллионов подписчиков, и, скорее всего, ты будешь вторым обладателем бриллиантовой кнопки в Центральной Азии. А, в Центральной Азии? Серьезно? Ну, я знаю, Дебилинс — это первый обладатель Центральной Азии, потому что в Казахстане бриллиантовой кнопки, по-моему, нету. Правда? И в Узбекистане тоже нету. Тогда супер. Я думал, в Кыргызстане только. Вот как я знаю, нету. Ну, наши зрители могут изучить, скорее всего, 10-миллионников... Аккаунт с 10-миллионным подписчиком по YouTube вроде нету. Если только не шортс. Мы в свое время консультировали Дебилинс, мы их уговорили, чтобы они на YouTube начали работать, потому что основатель Дебилинс — это наш друг, мы вместе фильмы снимали, работали, но они не работали на YouTube, то есть uh-huh. свою экспертизу не использовали на YouTube. Uh-huh. И для себя мы, после того, как кейс Дебилинса появился, мы это увидели, мы восхитились, ставили вот такую задачу. К 2025 году, чтобы из Кыргызстана было хотя бы 10 дебилинцев или 10 бриллиантовых кнопок. Ты сейчас большой вклад уже делаешь, будешься, когда возьмешь бриллиантовую кнопку, и мы думаем, что с Кыргызстана еще будут, не только с Кыргызстана, с Центральной Азии, с нашего региона, еще больше бриллиантовых кнопок. По коллаборациям, хотел спросить. Mm-hmm. Готов ли ты с местными блогерами, креаторами тоже работать, коллаборировать? И есть ли такая заинтересованность? Ну, я и так снимаю с блогерами. Ага. Ну, как они мы видимся, я снимаю видео, они тоже снимают видео. Я у них прошу, они у меня просят вот так. Взаимопомощь, да. Да. На последних выпусках ты часто снимаешься с девушкой, как ее зовут? Элиза. С Элизой. Там был вопрос от подписчиков, вы там встречаетесь, или это у просто нее, коллаборация? У нее милый образ. Угу. Я с ней в первый раз Сигмой снимал. Uh-huh. После этого заметил, что реакция такая хорошая от зрителей. И как раз у меня тренд с Розой появился, и поэтому вот с ней снимал. И плюс, ну да, милый образ, так скажем. И плюс. Ну, она свободна. А-а-а. Типа, Мар, я звоню, она говорит, хорошо. А там некоторые, у меня это, у меня то. А-а-а, да ну. Ты когда звонил, есть такие, которые могли отказать, что ли? Не совсем, но, блин, как сказать, удобно просто. Mm. Там других что-то находить не хочется. Уже привыкли к другим. К чему спрашиваю? На последних вот этих выпусках, рилсах, выпусках вы в основном снимаетесь вдвоем. И вот эта новая твоя концепция в основе она состоит уже из этих двух образов, да? Mm-hmm. Роза, мачо в кепке, в очках. Это тоже, кстати, девушки. Мимика. Mm. По сути. Да. Вот. Как к этому пришли, кстати? К этому видео? Да. В ТикТоке уже был этот тренд, mm-hmm. но я его дополнил с очками и розой. Вот и все, по сути. Это если с Хаби Леймом были лайфхаки, с Сигмой были одобрения, в этом это подкаты, получается. Образ мачо-мена, да? Или подкаты? Да. Кыргызстан называют второй Швейцарией. У нас реально очень... Кое-что придумал. Можно, пожалуйста? Да, давай. Вот.
Классно, ребята, вот как... сейчас Сигма придумал. К нему пришла идея, и он прям в моменте написал эту, прописал эту идею, чтобы не забыть. А, все. Спасибо, что подождали. И я рад, что мы как-то поспособствовали появлению этой идеи. Скорее всего, эта идея как минимум на 10 миллионов просмотров. Иншаллах. Иншаллах. Кыргызстан называют второй Швейцарией. Угу. То есть это отсылка к тому, что у нас очень красивая природа. Но реклама этой природы, то есть о нашей стране, не так много людей знают, да, в мире. Как ты думаешь, стоит ли нашему правительству использовать популярных кыргызстанских блогеров для привлечения туристов? И как это сделать для... Да, я уже думал об этом. Mm-hmm. У меня даже идея была, но я уже забыл об этой идее. Ну, в целом, да, я хотел тоже показать в одном видео и желательно коротком. Ну, и дополнительно там длинное сделать. Так, чтобы весь Кыргызстан вот показать, вот все самое вот красивое показать, uh-huh. что это Кыргызстан. Было бы супер вообще. То есть для этого нужна всего лишь организация? Да, я могу, в принципе, это закинуть. Uh-huh, uh-huh. Мне самому нравится. Если среди наших зрителей есть там представители Министерства туризма, экономики, очень классная возможность. Прям Арген сам сказал, он рад поездить, собрать кучу-кучу красивейших мест, адаптировать под какую-то концепцию и в коротком виде это все показать с продвижением там Кыргызстана или природы Кыргызстана, да? Да. Ну, просто идея нужна и сделать это и все. Классно, классно. Я думаю, среди наших зрителей будут люди, которые и так заинтересованы, запишут. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие идеи можно было бы снять, да? Угу. Еще один вопрос. Это больше, наверное, обращение к нашим зрителям, которые хотят стать, пытаются стать креаторами, блогерами. И какой бы ты совет им дал? Не скажу, что это ошибка, но многие люди сразу же ходят на какие-то курсы, обучалки, вот это все. Я не сторонник этого. Я за то, что просто войти просто на методе проб и ошибок все понять, да. Mm-hmm. Просто начать снимать. А не вот сниму тогда, когда у меня там хороший телефон будет. Сниму тогда, когда курс пройду. Или у того спрошу, или мнение спрашивать. Зачем? Лучше просто снять видео и закинуть. Угу. Так. И по сути, вот это просто знание. Там мистер Бис тоже недавно говорил, что вот знание, если все аккаунты его удалят, то за 6 месяцев он 20 миллионов подписчиков обратно наберет. Угу. Вот по сути так же. Ну, я думаю, что я смогу тоже, типа, вернуть такое количество подписчиков. Ну, не за 6 месяцев, за 1.5, наверное, года. Такое же количество подписчиков. Да. Потому что есть опыт. Да. На работу. А его не пропьешь, не потеряешь. Да, вот не надо там на курсы ходить. Мой первый телефон был iPhone SE первого поколения. Вот такой, 5-й с виду. Но внутри 6S характеристики. Угу. Ну, старенький такой телефон, но все равно снимал. Угу. Вот. Поэтому не надо, ну, мое мнение, идти на курсы, а просто надо снимать и делать. Наверное, здесь можно тоже расширить. Нужно начинать, потом понять, чего не хватает, и потом подучиться, или начать снимать, улучшаться, делать, по ходу дела набираться опыта, и уже потом понимание придет, каким курсом нужно пойти, например, да? Ну, может быть. Я думаю, курс — это ускорение процесса. Да, а начало нужно все равно самому делать. Да, по-любому начать. А просто некоторые говорят, начну тогда, когда... Проучусь. Да, или тогда, когда еще. Если я не ошибаюсь, где-то в 2021 году мы в Lights Creative открывали хаус. Хаус назывался Type House. Тавтология получилась. И на этом аккаунте мы собрали за 5 месяцев 1 000 000 подписчиков. Mm-hmm. Но не смогли монетизироваться.
не знали, как зарабатывать на этом хаосе, то есть на этом аккаунте. Отдела продаж у нас не было, потому что мы изначально были ориентированы на онлайн-монетизацию. И в тот момент, кстати, в рамках этого хаоса мы с тобой и познакомились. Угу. Ты был членом, какой-то период хотя бы до того, как мы закрылись, членом команды Type House. Угу. Вот просто я это вспомнил, и не получилось тогда часто пообщаться, долго пообщаться, но очень радостно, что даже после этого ты свой путь продолжил и даже усилил. Mm-hmm. Это после этого были вот эти сложные дни по выгоранию, когда захотел? Не сразу, но да, после этого. Прям плакал? Ну, плакал, как сказать, из-за состояния души. Вот. А физически? Физически ничего такого не было. Но такое, именно состояние очень такое было, значит, да? Слабо. Да. И ответ нашел в исламе. Оказывается, ты ходил на кастинг сериала «Черный двор». А, да. Лучше не вспоминать, да. Я вообще... Ну, это вообще мой первый опыт. Ну, мне сказали просто прийти, я пришел. И такой, вот, типа, отыграй. Ну, там текст дали до этого, но все равно. Я не думал, что надо было отыгрывать. А плюс там еще маты вот эти все, а я вообще не матерюсь. Если мне сказать, вот, скажи какое-то слово, я вот не могу это сказать почему-то. Вот. Там в тексте вот каждый вот мат через маты. Просто не подошла роль. Ага. Ну и да, я признаю, я сам не смог отыграть, честно. Ага. Но я смогу отыграть другую роль. Я не сдамся, да? Я смогу другое что-то сделать. Это, видимо, из-за того, что и по принципам, и по словам было... Да, и плюс опыта тоже не было. Ну и сейчас тоже нету, но я что-нибудь найду, придумаю. Вот. Надеюсь. А так интерес есть посниматься в фильмах? Да, есть. Если будет интересный образ, необычный образ. Да, кстати, вот после этого кастинга у меня немного в голове такой страх и барьер появился насчет фильмов, насчет кастинга, вот это все. Потому что я всегда снимал без слов. Там сниматься еще и говорить для меня это немного трудно. А так отыграть, я там даже заплакать могу, да, видео есть такие. Но вот именно фильм для меня после этого кастинга этот страхом стало. Породило новые гештальты, барьеры? Да, потому что я там очень плохо отыграл. Обычно, когда у тебя какой-то гештальт страх появился, тебе, оказывается, необходимо его решать, и да, решаешь ты его сразу 10 миллионами подписчиков. Да. Но я его решил, надеюсь, иншаллах. Все, мы, друзья, поняли то, что если будут интересные проекты и образы, фильм, можно Сигму приглашать. Ты регулярно занимаешься спортом. Ага. Расскажи, пожалуйста, сколько раз подтягиваешься, отжимаешься, чем вообще занимаешься, каким видом спорта и для чего? Для себя. Мне нравится просто. Uh-huh. А хотя нет, я в детстве этот дрыщом был прям худым очень. И меня часто называли всякими разными обидными словами. Например, скелет. Вот, ну, типа такого рода. Я думаю, в общем, мотивация именно с этого была. Вот именно хотел качаться. Занимаюсь только на улице, на турниках, на брусьях и отжимаюсь, бегаю иногда, вот. А по сколько раз отжимаешься и подтягиваешься? Подтягивание максимум 50 примерно. За раз? Да, за раз. Этот, вот, без отдыха. Угу. Отжимания сейчас, наверное, где-то 100 могу примерно. Нормально? Как к этому прийти? За просто... раз, чтобы отжиматься 100 раз и 50 раз подтягиваться? Просто делать. Вначале я мог 4, наверное. Uh-huh. И вот каждый раз побольше, побольше.
То есть начал с 4, на следующий день 5, на следующий день 6. Вот ну так? Да, не каждый день сможешь. Если каждый день вот так делать, выгоришь, скорее всего. Ага. Ну, это так я это сказал. А у тебя какая система? Я просто делаю, когда хочу. У меня нет вот такого плана, там, питания. Вот это все нету. Угу. Просто выхожу и делаю, когда нравится. Ой, когда хочу. Но каждый раз делаешь чуть больше. Да, стараюсь. Но, если честно, 55 я сделал последний раз. И уже долгое время не этот. Больше 55 не делаю. 55 делаю, и все. Как спорт помогает? Вот в творчестве есть там? Спорт, да. Это, во-первых, дисциплина. Во-вторых, ты чувствуешь себя хорошо. Ну, тело, это же, ну, чем ты вообще занимаешься? Если не тело, не можешь там придумать что-то. Но это очень важно, я считаю. И помогает при креативе, при да, придумывании. Конечно, помогает. Потому что мозг, наверное, лучше работает, да? Да. Классно. Это вот вопрос не просто к ментальному здоровью, это, наверное, к всеобщему здоровью. И моральному, и физическому, и по продуктивности. Теперь касательно твоей деятельности. Есть такое слово, как профессия. И когда мы говорим «он профессионал», подразумеваем то, что этот человек за счет какой-то деятельности еще и зарабатывает. И как ты зарабатываешь на соцсетях? И зарабатываешь ли вообще? Так, ну, из способов, которых я знаю, можно заработать на монетизации, либо на рекламе. Либо... А, вот это все, да. Ну, именно в соцсетях. А есть монетизация на ТикТоке? Нету. Нету? Да, в ТикТоке я не заработал. Ноль вообще не заработал. В Инстаграме... Ну, недавно сделал рекламу. Первый раз в жизни? А, нет, я до этого... Ну, раньше там делал. А так, по сути, да, первая реклама. Можно будет про это рассказать нашим зрителям? Может, какие-то компании смогут к тебе обращаться? И есть ли какой-либо прайс? Либо... А прайс я не могу же сказать, да? Нет, у нас вот Емельян в пыл, он говорит, рилс у него стоит $600. Если отправляется авторство, $800. Сторис стоит $400. И он в месяц минимум 12 рилсов берет. И у него там заполнено прям. В месяц 12 реклам? Минимум. Вроде такое, да, было, если не ошибаюсь? Ну, у меня не настолько... Ну, две возьму максимум. То есть в месяц ты две рекламы максимум возьмешь. И есть ли какой-либо прайс, о котором можно будет сказать? Может, есть какие-то компании, которые захотели бы к тебе обратиться? Ну, прайс я не могу сказать, да. Ну, от $1000 и выше, например. Ну, там ой, подороже. Да, ладно, да. Но если хотите, то обращайтесь в директ или к менеджеру, там в Инстаграме есть его аккаунт. И там уже расскажешь, там можно разобраться, да? Да. Хорошо, туда тогда мы как бы дальше заходить не будем. В принципе, все понятно. Нужно, если вы международная компания, если интересны большие охваты именно на мир, тогда можно будет в директ написать. Обычно у блогеров или креаторов менеджер появляется, когда появляется большая загруженность. Как у тебя появился менеджер? Я думаю, он... Или она, или... Он. Я с ним договорился также рекламу не делать. По сути, загруженности нет, потому что я вообще рекламу не делаю. И вопрос, да, что тогда? Зачем менеджер? Да, логичный. Затем, что это дает больше возможностей, потому что он с Европы, у него, ну, как минимум, это уже выход-то, Кыргызстан, да? Вот, буду стремиться туда. И нетворк, видимо, у него хороший тогда, связи? С блогерами. Да, да. Ради перспектив, значит, завел. Да, можно так. Ну, да. Ну? Он позвал, по сути, с блогером Юнис Зару в Дубай.
Вот тогда мы поговорили и решили. Ну, не я завел, но мы договорились. Вот. А, он до того, как у тебя не было... Менеджера. До того, как появился менеджер, этот менеджер тебя пригласил в Европу, и вы там уже как бы за... Да, кстати, в тот момент много кто предлагал это сотрудничество, да? Менеджером стать или продюсером там. Но я не хотел вот... Я вот с ним согласился. Потому что он, наверное, сам тоже блогер. Или... Он сам не блогер. Не блогер? Да. Потому что, к чему я это спрашиваю, по твоим совместным рилсам, или где-то я видел, там был какой-то блогер, с которым вы вместе снимали еще вот в Европе или где-то в Дубае. Там был какой-то парень. Это тоже его блогер. И резидент, можно сказать. Не хочешь приехать в Европу, в Дубай или в Америку? Честно, думал, но вот полетел недавно, и что-то не хочется. На родине лучше? Да. А куда полетел? В Германию, Франкфурт. Франкфурт. Сколько там прожил? 2-3 дня всего лишь. И там футбол поиграл. Кстати, я видел этот футбол. Угу. Довольно-таки много там зрителей было. Да, там 30 тысяч человек вроде. Я даже знаю, что ты гол забил. Не-не, гола не было. Не ты. Там же в твоем рилсе как вроде... Да, там как будто бы да, но по факту оно вообще вправо летело. Классно, классно. По личному. Вот ты сейчас уже какие-то показатели сделал, какие-то достижения есть. Я уверен, что будут еще больше достижения. Но хорошо. На опыте, который у тебя сейчас уже есть, на тех знаниях, которые ты уже приобрел, что бы ты себе посоветовал 15-летнему? 15-летнему? Себе. По сути, то же, что и делал. Делать то, что нравится. А если не знаешь, что тебе нравится, то искать, ну, как минимум, хоть что-то чуть-чуть нравится, вот это делать. Пробовать, изучать. Новое, вот так. Я не люблю там... Ну, мне не нравится просто... В школе учишься, потом идешь в университет, потом работаешь на работе. Там 50 лет, да? Вот это мне не нравится. Хочешь, чтобы занимался любимым делом, дальше искал? Да, еще я свободу люблю. Классно. Ну, это мне для себя. Я не говорю там... Бросьте учебу или еще что-то. Я про себя говорю. Я бы себе вот это пожелал. Да, я бы себе это сказал. А теперь можно пожелать нашим зрителям, будущим блогерам, креаторам, будущим всемирно известным креаторам какие-то пожелания, советы, рекомендации. Бросьте учебу, договорите. Делайте то, что нравится, и читайте намаз. Классно. Это касательно счастья и духовного счастья, наверное, гармонии, yeah. Духовной гармонии, да? Да. Yeah. Арген. Все мы тебя знаем как Аргена, либо как Сигму. Какая у тебя фамилия? Керимов. Арген Керимов. Касательно твоей руки. А, это? Да, это. Ты занимаешься кикбоксингом или... Нет, я просто на турниках. Занимаюсь, и мозоли рвутся. Вот. Могу показать, да? Давай. Сейчас. Ну-ка. Ты как, сюда? Да, прямо так можно. Ай-яй-яй. Вот. Но вот это ужалила пчела. А потом она опухла. Ага. Там у меня видео есть. Но могу потом скинуть. Да. Просто больно, из-за этого с перчаткой хожу. Это заранее для наших зрителей, которые думают, что Аген обмотался для того, чтобы там, я не знаю, есть такие, которые подумают, может быть, то, что для крутости, для образа кикбоксера и тому подобное. Классно, Арген, было очень приятно пообщаться, познавательно, интересно. Я знаю, что ты очень занятой. Рад, что нашел время прийти к нам на подкаст, поделиться своим сокровенным с нашими зрителями, с нами. Душевно пообщались?
А с вами был Нурлан Мирзаматов и Арген Байсигма, то есть Арген Керимов. Вот это правильно. Lights Podcast. До встречи, друзья.